Расскажу вам о методике проведения УЗИ молочных желез. УЗИ широко используется для диагностики молочных желез благодаря своей безвредности, доступности и простоте выполнения. Однако интерпретация результатов может быть сложной, так как структура молочной железы зависит от множества факторов. Это возраст, масса тела, эндокринная система, гормональный статус и физиологические изменения. Основной задачей УЗИ молочных желез является поиск предраковых состояний и выявление рака на ранних стадиях. Рак молочной железы остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний, поэтому раннее выявление играет очень важную роль. Преимуществом УЗИ является хорошая визуализация железистой ткани молочных желез. Поэтому при диагностике молочных желез у женщин детородного возраста, у которых железистая ткань очень хорошо развита, УЗИ является важным методом исследования. Однако качество УЗИ снижается, когда железистая ткань замещается жировой, что происходит при старении. Поэтому у женщин старших возрастных групп, особенно в климактерическом периоде, УЗИ может быть менее информативным. В заключение, УЗИ молочных желез является важным методом диагностики предраковых состояний и рака молочной железы на ранних стадиях. Однако необходимо учитывать различные факторы, влияющие на структуру молочных желез, и выбирать квалифицированных специалистов для проведения и интерпретации этого исследования.